В режиме видеоконференц-связи состоялось заседание Президиума регионального политсовета Московского областного отделения партии «Единая Россия». На нем подвели итоги работы местных отделений за первые 6 месяцев текущего года и определили планы на ближайшие месяцы. По итогам работы местных отделений партии Люберецкий исполком вошел в тройку лидеров. Еще одна тема, которую обсудили на заседании – проведение избирательной кампании в регионе. Осенью в Люберцах изберут второй созыв Совета депутатов. По словам секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, предвыборные программы единороссов составят с учетом пожеланий избирателей. Особое внимание уделят ключевым направлениям – качественной медицине, доступному транспорту, созданию рабочих мест, поддержке экономики, предпринимательства и социального блока.